Сегодня в Черкесске состоялось торжественное открытие нового современного здания службы судебных приставов. В церемонии принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. На знаковом событии присутствовала Альбина Ламкова. Новое здание Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии расположено в северной части города Черкесска. На торжественной церемонии его открытия присутствовал личный состав регионального ведомства. Со словами поздравлений к сотрудникам органа принудительного исполнения обратился главный судебный пристав страны Дмитрий Аристов, который отметил историческую значимость события для всего коллектива управления в части создания условий, направленных на повышение эффективности организации работы. Он подчеркнул и важность взаимодействия службы со всеми органами государственной власти. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководство Карачаево-Черкесской республики и лично главу республики за всемерное содействие, которое позволило в короткие сроки создать такие достойные условия для службы наших сотрудников. Государство возлагает на нашу службу серьезные задачи. Я уверен, что в новых стенах у вас будет кипеть плодотворная работа, и управлению окажется по плечу решение самых сложных, самых важных вопросов. Ведь от результатов труда судебных приставов напрямую зависит вера граждан в торжество правосудия. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил виновников торжества и оценил работу судебных приставов, связанную с пополнением бюджета нашего региона. Ваша работа напрямую позволяет увеличивать и бюджет нашей республики, а это, как вы все знаете, это и новые школы, и новые детские сады, и больницы, и дороги. Я искренне хочу вас поблагодарить за вашу службу. Уверен, что и дальше вы будете также активно служить во благо Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. С праздником вас, добрый путь, с новосельем! Затем в присутствии личного состава перерезали символическую красную ленту. Далее состоялась экскурсия по основным помещениям нового современного здания, среди которых единая зона приема граждан, комнаты дежурной смены, просторные кабинеты отделов управления. Осмотрели и гараж для служебного автотранспорта и прилегающую территорию. Затем Рашид Тимрезов и Дмитрий Аристов оставили памятную запись в книге почетных гостей. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.